Сегодня получила посылку с AliExpress. Хочу вам немножко рассказать. Это набор постельного белья. Посылка шла примерно 1,5 месяца. Ну, не так уж и быстро. Но если учесть, что эта вещь несрочная, то ничего такого страшного нет. Упаковка нормальная. Кто получает посылки с AliExpress, знает, что они упаковывают хорошо, очень прочно. Вот такой плотный пакет, никаких нигде повреждений. Сейчас распакуем, посмотрим. Вот такая прозрачная упаковка. Вложена картинка. Ну, конечно, цвет не соответствует тому, что нарисовано на картинке. Сейчас посмотрим, как. Я думаю, тоже неплохо будет. И что еще хочу сказать, это второй набор, который я заказываю. Первый заказала из этой же серии, но расцветка другая, естественно. Там были цветы очень красивые, бабочки вроде как летают над ними. И мне этот набор понравился, в принципе, поэтому решила заказать второй. Сейчас посмотрим. Вот так в реальности выглядит расцветка. Тоже неплохо, но не совсем то, что нарисовано. Если кто-то хочет заказывать этот набор, то учтите, что это не совсем соответствует тому цвету, который на картинке. На картинке это выглядит вот так. Ну, в принципе, я довольна. Почему? Потому что набор этот на лето очень неплохой. Тоненькая ткань, хэбэшная, простая. Наволочки стандартные, где-то 50 на 70. На подушку такой 50 на 70, плюс-минус там 2 сантиметра. Да, еще что, простыня без резинки, но широкая, где-то 1,60 м ширина. И пододеяльник на молнии, тоже, что очень удобно. Ну, сейчас я попробую расстелить и показать немножко, как оно выглядит. Вот так он смотрится на кровати. По-моему, очень симпатично. Вот пододеяльник я расстилать не стала, вот он лежит. Очень даже неплохо, я довольна. Теперь по стоимости. Стоит этот набор где-то 28-29 долларов. Точно не скажу, потому что это в зависимости от курса. Примерно около 30 американских долларов. В канадских это мне стоило где-то 38 долларов. Ну все, пока всем. Спасибо за просмотр.